Ума, мы продолжаем, Кирита очнулся, и продолжаем мы искать камень, точнее, столбик сохранения, который очень нужен. Ты наконец-то вернулся к нам. Это ты наконец-то к нам вернулась, Медина. Это Кирита должен говорить. А сколько я провалялся в отключке? Около 12 часов. Даже с исцелением Асуны эта атака оказалась очень мощной. Она с тех пор не переодевалась? У нее одежда в крови. Ты все это время присматривала за мной? Я пришла только после того, как должным образом похоронила странников. О, черт. Спасибо, Медина. Ты, должна быть, вымоталась. Я не сделала ничего заслуживающего благодарности. Я не думал, что мы Медину вернем вот так быстро. Ну, как быстро? По сути, Медины с нами не было всего одну главу. Ну, блин, я соскучился. Она сейчас, я думаю, займет место Рионы в пати. И у нас будет Медина, Силика и Синон. Да, вполне получается хорошая пати. Я пыталась атаковать тебя, когда Хасириан запудрил мне мозги. Да и я не рассказал тебе правду об администраторе. Прошу, расскажи мне, что случилось с тобой и Юджио после ухода из Академии? Конечно. Ты не против, если Алиса к нам присоединится? Конечно. Затем отряд Кирита присоединяется к Алисе, расспрашивавшей жителей Нагорья Минельда. И все, что ты рассказал мне, правда? Да, я убил администратора. И должен был рассказать тебе, когда ты вступила в ОГБК. Я думала, что эти новости не сможет переварить никто, кроме рыцарей. И потому молчал, чтобы избежать ненужного смятения. Думаю, в то время я бы не смогла принять эту информацию. Она это признает. Ты принял правильное решение. Это не изменяет того факта, что я хранил все в тайне. И за это я прошу прощения. Я тоже хочу извиниться за то, что обнажила против тебя свой меч, повинуясь первосвященнице. Кроме того, даже будучи рыцарем, я не смогла разгадать планы первосвященницы. Бессмысленно винить себя во всем. В любом случае, ты одна из нас, и мы рады, что ты вернулась целая и невредимая. А вот, кстати, моей любимой премьеры здесь тоже нету. Поддерживаю, мы ждали тебя и всегда верили, что ты вернешься. Ага, здорово, что ты снова с нами. Я отказывалась верить вам. Забыла о том, что на самом деле важно, и выставила себя настоящей дурой. Зато на троне посидела. Но вы все равно готовы принять меня обратно к себе. Да, именно так. Хорошо. Что ты остаешься все тем же засранцем. Это многое для меня значит, но бесишь. Она все равно сказала, что он бесит. И это я говорю всем. Спасибо, что приняли меня обратно. Теперь мы снова сможем сражаться вместе. На этот раз я использую свои силы во благо. Хоть и знаю, что не смогу искупить. Я не могу сидеть сложа руки, пока Хасириан продолжает угрожать миру людей. И я буду сражаться. Это единственное, что я могу сделать.
Да, на самом деле, важно лишь то, что ты будешь делать дальше. И я уверен, что твоя решимость сделать это... что твою решимость сделать это услышали все, кого мы потеряли. Я могу лишь молиться об этом. Молись и стремись к лучшему будущему. Да. Затем они уничтожили Горяк Ядро в Виздорате и вернулись в Центорию. И Медина такая: «Здравствуйте». Не, мне не нужно озвучивать аниме, мне нужно после стрима пойти поесть. Вот это действительно важно, все остальное не имеет особого значения. Это, знаете, как для Медины восстановить честь дома Артинанос, так и для меня после стрима пойти найти еды в конце концов. Блин, я с 7 утра не ел. Эдвард, привет. Игра, только не умри на загрузке, пожалуйста. Я так много прошел. Хасириан. Он должен заплатить за все страдания, что причинил Медине и странникам. Я согласна с Асуной. Его действия просто немыслимы. Но нам будет сложно справиться с его воплощением щита. Кстати, он может быть рыцарем единства? Ариса, ты говорила, что должности представителя Совета Старейшин не существует. Хотя, может, он был замороженным рыцарем единства, которого мы пропустили? Хорошая мысль. Он мог солгать о том, что он был в Совете Старейшин. Нет, я уверен, что его не было среди замороженных рыцарей. Тогда, может, это кто-то из времен до Беркули? Но зачем первосвященница его прятала? Но как бы то ни было, он опасен. Скажи остальным, чтобы смотрели в оба. Конечно. А сейчас я хотел бы обсудить возможные цели Хасириана. Да, с ним будет проще справиться, если мы сможем предсказать его действия. Так, ну а для этого нам нужен уже как бы кардинальчик. Она, я думаю, с этим справится. Знаю, тебе больно об этом вспоминать, но твои знания могут нам помочь, Медина. Конечно. Спасибо за понимание. Превосходно. Тогда давайте выслушаем, что вы можете сказать об этом Хасириане. Так, давайте у Медины сначала спросим. Можно я скажу? Да. Если точнее, Хасириан сказал, что ему не хватало всего одной детали. Получается, он еще не закончил с этим этапом. Думаю, что да. Если мы сможем это предотвратить, мы можем не допустить воскрешения первосвященницы. Вопрос в том, куда он отправится за остатками этой силы. Так, кардинал. Судя по его словам, его планы сильно продвинулись. Да, думаю, он перейдет к следующему этапу, когда накопит достаточно священной силы. А значит, больше недостаточно просто рубить греки. Ну и Фанацио. Пока мы рубили греки ядра на севере, юге и западе. Получается, что эти три империи вряд ли станут его целями. Значит, вполне возможно, что он уже создал новые горяки. Истовариете. Что, кто придумал это название? Истовариете? Серьезно? Ладно, хорошо. Сэр, я рекомендую отправить отряд в Истовариет на поиски горяков. Согласен.
Командир, срочное сообщение. Да? У нас два происшествия в империи Истовариет. Говори. Да, сэр. Во-первых, нам сообщили, что в последнее время пропало множество стражников. А второе сообщение еще не подтверждено. Неважно, рассказывай. По слухам, в Истовариете видели рыцаря в черных, как смоль, доспехах. Черный рыцарь? Да ладно. А в черных доспехах? Рыцарь единства? А-а-а-а-а-а. Нет. Быть того не может. Темный рыцарь. Но, командир, темные рыцари. Горяки уже возродили великанов. Вполне возможно, он возродил и других обитателей тьмы. Пожалуй, да. Это подтверждает то, что Хасириан собирает священную силу в Истовариете. Кирита, ты с командой? Идите на восток и остановите горяк, пока не поздно. Сейчас или никогда. Если мы не сможем быстро убить горяк, все будет кончено. Медина, ты сможешь попросить странников о помощи? Дополнительные силы значительно ускорят поиски. Это, разумеется, возможно, но я не могу поступать, как раньше. Алиса права. Я заставляла их действовать против их воли, делая вид, что прошу. Но я потеряла право возглавлять их, когда поддалась уговорам Хасириана. Отныне я буду уважать их свободу воли и не стану командовать ими. Им самим решать, захотят ли они сражаться рядом со мной. Я уважаю твой выбор, Медина. Поговори с ними и выслушай их. Спасибо. Я попробую кого-нибудь найти. Пустите меня. Они опять не прогружаются, да почему? Друзья, я кое-что сделала. Ты справишься. Мы с тобой. Просто расскажи им, что чувствуешь. Вот и все. Спасибо большое. Я должна извиниться перед вами. Я обладаю силой, о которой не рассказывала вам. Коснувшись кого-либо, я могу заставить его неосознанно обожать меня. Так что, никакая я не спасительница. Я использовал эту силу, чтобы заставить вас действовать против вашей воли. Но я поняла, что это неправильно. У меня не было права игнорировать ваши желания. И за это я искренне прошу прощения. У меня нет права командовать вами. Это правда? До последнего слова. То есть, ты говоришь, что мы находились под твоей властью? Моя спасительница, верно. Но я не чувствую, чтобы мной управляли. С того дня, как я очнулся в этом мире, в моей жизни не было смысла. Я знал, что должен сражаться, но в моей горсти воспоминаний не было, почему. И в процессе я причинял боль другим, не зная, правильно ли поступаю. Потом я повстречал вас, моя спасительница. Ты вынуждаешь меня драться, независимо от того, хочу я этого или нет. Вы вдохнули смысл в нашей жизни. Да, я согласен. Я запутался и не знал, как быть, но тебе удалось достучаться до меня.
Да. Вам не пришлось заставлять меня. Мне просто нравилось радовать вас. Я и не знала, что вы так это воспринимаете. Мы тоже Медина. Я явилась в этот мир, чтобы помочь тем, кто мне дорог. Как и я, такова моя цель. Причина, по которой я пришла сюда. Но это не означает, что ради наших целей мы... И Кирита бы этого тоже не одобрил. Поэтому, Медина, если хочешь наполнить их жизнь смыслом, руководи честно. Ага, я постараюсь. Я признательна всем вам за преданность. Бля, я бы пермачи вообще давал за спойлеры аниме, вот серьезно. Разгруппировать участников звена. Я бы... Вот они очень добро поступают и дают по 5 минут бана. Я бы пермачом нахуй банил, да и все. Ну просто, бля, это... Это распустит отряд странников. Вернувшись, Медина обратилась ко мне за помощью. И это итог ее исследований. Я установила, что ее модуль позволяет управлять группой странников, превращая их в группу, поклоняющихся Медине, и... вынужденная видеть в ней свою спасительницу и жертвовать собой ради нее. А это искусство полностью расформировало эту группу. Да, Медина хотела придумать способ по-настоящему управлять ей, ее и странниками. Фу. Она верила, что поступит правильно, даже если в процессе потеряет их. Ого. Значит, наша задача состоит в том, чтобы... Я использовала искусство, лишающее вас внушенного мною чувства преклонения. Теперь вы можете принимать решения сами. Я больше не ваша спасительница. Вы вольны сами выбирать свой путь и сторону в битве. И поэтому... Я обращаюсь к вам как к равных. Как к равным. Прошу помочь мне. Пожалуйста, поддержите меня. Одной мне не справиться. Это не приказ. Можете уйти хоть сейчас. Останавливать не стану. Если кто-то хочет помочь мне, умоляю, я смиренно приму ваш гнев и насмешки, но все же взываю к вам о помощи. Без проблем, моя спасительница, точнее, Медина. Твое искусство сработало. Я не испытываю религиозного экстаза, видя тебя. Но мои убеждения остались прежними. Медина, ты наполнила смыслом мою жизнь. Подарила мне незабываемые приключения. И поэтому я считаю тебя своим другом. Другом? Спасибо. Спасибо большое. Глава 5.1. Клятва. Ликорис. На следующий день столбик сохранений, я так понимаю, не предвидится. Привет, Алиса. Привет, Кирита. Скажи, у тебя есть какие-то планы? Да, я хотел бы засейвиться, там все дела... Нет, а чего такое? Блин, мне сейчас на следующий стрим, наверное, ивентов набросали. Я собираюсь потренироваться и подумала, что, возможно, ты захочешь присоединиться. Я с радостью. Значит, решено. Тогда идем. Уму. Отпустить. Не, завтра стрима точно не будет. Ну, ты меня уделала. Да, похоже на то. Столбик где?
Алиса, ну ты как всегда сильна. У меня такой же деревянный меч, но ты пьешь сильнее. Потому что она весит больше, а Кирита, ты посмотри, ну серьезно. Ай, господи, опять колено сломалось. Она тебя может просто и морально, и физически задавить. Что такое, Алиса? Кирита, во время нашего последнего боя ты сражался в полную силу? Да, я старался. Странно. Твой меч казался относительно хилым. О, это и правда странно. Не строй из себя невинность. Ты поддавался. Да, ну, нет, я просто это. Ты только что посмотрел на мой правый глаз. Ты поддался из-за моей раны? Ну, может, немного, но... Никаких «но». Это не твое дело. Не мое дело, значит? Я же сказала, это доказательство моей решимости идти против церкви Аксиом. Если первосвященница жива, то, оставив эту рану, я только укреплю свою решимость. Или ты думаешь, что потеря глаза так затупила мой меч, что тебе надо поддаваться? Алиса, я не сомневаюсь в твоем мече. И ничего не изменилось с момента нашего первого боя. Он же стал еще острее. Так что, мне кажется, твоя решимость никак не связана с нежеланием исцелить глаз. Довольно. Продолжать спор нет смысла. Да, верните Алиске глазик, пожалуйста. Алиса! Ну теперь прошу меня извинить. Благодарю, что потренировался со мной. Постой, я не закончил. Утопала. Взяла и ушла. Ты не пойдешь за ней? О, богини, ты безнадежен. И давно ты тут? Голос разума, наш кардинальчик. Примерно с того момента, как вы начали тренировку. Значит, с самого начала. Ты что, не могла мне помочь? Я подумала, что будет лучше воспринимать, если поговоришь с ней ты. Я тоже не думал, что она будет настолько категорично против. Думаю, проблема не в исцелении ее правого глаза, а в сомнениях, что жгут ее изнутри. У тебя есть идея, почему она отказывается от исцеления? Есть. Если честно, однажды я уже пыталась исцелить ее глаз, а она проткнула его снова. Понимаю. Я исцелила раны Алисы, когда лечила тебя и Юджио после победы над администратором. То есть, погоди, у нее есть глаз, но она просто носит повязку? Тогда почему ее глаз не исцелен? Мое искусство сработало, но Алиса отказалась от него по своей воле. Возможно, она считает, что снова станет марионеткой, если вылечить глаз. Исчезнет подтверждение того, что она, ты и Юджио, сражались с администратором. Понятно. Да, ее глаз ни на что не влияет. Даже после исцеления, ее воля несгибаема. Это верно. Но то, что она отказалась от твоего исцеления... В глубине души Алиса боится, что вместе с ее глазом вернется и все остальное. Она так боится, что станет такой, как была, что предпочитает жить без глаза? Да, похоже на то. Да, Фокси, а еще она делает уму. Это лучшее уму, которое можно услышать. Но еще уму-хуму, еще хуму классная у Лины, прям очень-очень. Уверена, Алиса хочет оставить эту рану как доказательство своей решимости. Я знал, что она упертая, но это уже какой-то совершенно новый уровень. Исцеление ее глаза ничего не изменит. Сначала надо дать ей уверенность в себе. Если мы это сделаем, она с большей готовностью примет лечение. Но это будет непросто. Ее страх должен быть, ужасным, раз она отказывается от лечения. Не думаю, что справлюсь один.
Но если он мне поможет... Юджио. Алиса, есть минутка. Это по поводу нашего разговора. Больше не о чем говорить. Хотя, я готова выслушать твои извинения. Чего? За что? Прости, что я поддавался во время дуэли, но я все равно хочу, чтобы ты исцелила свой глаз. Я сказала, что не собираюсь этого делать. Я надеюсь, что ты поймешь. Но, Алиса, ты же не можешь навсегда оставить его в таком состоянии. Это не важно. И это не навсегда. Просто еще не время. Вот и все. И когда оно придет? Когда ты перестанешь бояться потерять себя? Чего? Я не боюсь. Не говори ерунды. После боя с администратором, кардинал использовал на тебе искусство исцеления. Но оно не вылечило твой глаз. Я думаю, ты боишься и отвергаешь исцеление. Это вообще возможно? Я отвергла исцеление глаза из страха? Такова моя догадка. Несмотря на мое искусство исцеления, твой глаз не вылечен. Я не знала, что неосознанно была охвачена таким ужасом. Кирита, просто по-своему беспокоится о тебе и хочет помочь. И я тоже. Давай немного поговорим. Твоя догадка верна. Я боюсь, что стану такой же, как была до потери глаза. Буду бездумно выполнять приказы. Я не хочу снова стать марионеткой. Алиса, все будет хорошо. Ты не потеряешь свободу воли, если исцелит твой глаз. Спасибо, Кирита. Но я это сама знаю. Знаю, но даже при одной мысли об этом меня переполняет... тревога. Кирита, что мне делать? Можно ли победить это чувство? Я не знаю. Я мало что в этом понимаю. И не могу дать ответ на твой вопрос. Но есть кое-кто, кто знает, что ты чувствуешь. И он может справиться лучше. Он. Не Беркули ли? Тот, кто пошел против церкви Аксиом и уже исцелил свой потерянный глаз. А, Юджио. Ты имеешь в виду Юджио? Прости, Алиса. Знаю, это выглядит так, будто я подслушивал, но... Я хочу, чтобы ты исцелила свой глаз. Не думаю, что могу тебе помочь. Что с вами делать? Кирита подбил тебя на это, так что я буду злиться на него. Это было обидно. Ну, сама знаешь, как говорят, вместе веселее. Боже. Кирита, ты не способен ничего воспринимать всерьез. Могу подтвердить, предатель. Эй, полегче. В любом случае, я решил, что Юджио лучше сможет помочь тебе избавиться от страха. Ну ладно, Юджио, позволь спросить. Ты, так же как и я, был охвачен тревогой? К сожалению. Я не могу ответить на этот вопрос. В хаосе, начавшемся из-за нарушения кодекса запретов, я не заметил, как исцелился. Ну а Зурика исцеляла, ты что, мышь? У меня не было времени задумываться об этом. И я не придал этому особого значения. Но я точно знаю, что исцеление глаза не изменило мою решимость. Вот как. Ничего не изменилось после того, как ты потерял глаз? Ничего. Как ты знаешь, я убил другого ученика из Академии Мастеров Меча. Я в курсе. Выясни это. Совет старейшин приказал мне отправиться в Академию.
Увидев, что делают Райас и Гумберт, сначала я не смог их остановить. Помощь Тизы и Ранье воспрепятствовала бы судебной власти и нарушила бы закон. Закон, всегда казавшийся мне справедливым, я не мог нарушить кодекс запретов. И все же, сильнейшее желание спасти кого-то. Как это объяснить? Это чувство. В последнее время оно начало посещать и меня. Раздражение на командира за неспособность защитить человечество. Раздражение на команд... Беркули тут при чем? Может, на администратора? Я не услышал японский вариант, там правда был командир или там все-таки администратор был? Да, я никогда не думала, что пойду против церкви Аксиом. Ага, я тоже. Но я помню, что Кирито сказал мне тогда. Истина не вписанных законов. Она в нашем сердце. Верно, Кирито? Прекрати. В любом случае, я вспомнил эти слова и решил помочь оказавшимся в беде. Блин, я бы под ульту Алисы... Блин, все, вы меня триггернули. Я тоже попробую под ульту Алисы включить Экскалибор. Да. Даже если это нарушит кодекс запретов, я бы снова сделал все то же самое. Не знаю, заслуживаю ли я похвалы, но ни за что не забуду, как себя тогда чувствовал. Дело не в боли и сомнениях, а в решимости, которую я обрел, преодолев их. Ее я никогда не потеряю. Отсутствие глаза или что-то еще этого не изменит. Оглядываться назад нужно только чтобы понять, как далеко ты зашел. В конце концов, мы должны верить только в свои собственные убеждения. Именно. Вспомни, что ты чувствовала, когда потеряла глаз. Каким бы ни было это чувство, оно для тебя важно. И ты его не лишишься. Ну, призовите столбик, блин, его нету. Да, я была готова потерять все, решив противостоять первосвященнице. System Call и дальше заклинание по призыву столбика. Даже без боли, подтверждающие мое восстание, я не утрачу эту решимость. Да-да-да-да, игра такая, играй меня. Угу. И это продолжается уже сколько? 2 часа не было сейва? 1.5 часа прошлый кусочек и 0.5 часа этот кусочек. Да, 2 часа нам не дают сейва. Вот как началось, так и все. ХМ. Проверка. Ку-ку. Ханси, спасибо. Спасибо за проверку. Оно работает, оно живо, да. Спасибо. О, 2 часа. Держимся, держимся. А, да, после битвы с Квинеллой также было, когда Кирито валялся на земельке. Да, было. Спасибо, Юджио. Я у тебя в долгу. Да не стоит благодарности. Прости, если прозвучало слишком самоуверенно. Не, прозвучало пафосно в стиле Кирито. Все, что ты сказал, правда, верно? Тогда тебе не за что извиняться. Если уж на то пошло, это мне стоит попросить прощения. Кардинал. Ты решилась? Да, прошу, исцели меня. Конечно, я здесь именно для этого. Большое спасибо. А можешь начинать? Хорошо, я начинаю. Блин, а вот если бы вылет сейчас, я бы вообще прям... Готово. Осторожно, сними повязку. Ну как, Алиса? Алиса? Прелесть. Вот теперь вообще прелесть. Мы остановим ее. Первосвященницу. Сейчас и впредь. Ради всего мира людей. Я продолжу сражаться. Алиса!
Похоже, получилось. Да, спасибо вам троим. Я вернула зрение и уверенность в себе. Пусть наши действия спасут человечество. Да, мы с тобой, Алиса. Ому. Ладно, я готов отправляться в путь. Надеюсь, у Медины все хорошо. Возможно, ее стоит проведать. Давай столбик проведаем. Брат, он скучает, мы давно... Сядь на столбик, пожалуйста. Да сядь ты на столбик. Привет, Медина. Готова отправиться на восток? А, Кирита. Прости, стоило сказать тебе раньше. Я беременна. Да не переживай на этот счет. Спасибо. Я уже все собрала. Точнее, все, что смогла. Чего-чего? Из-за нападений зверей в столице... Из-за нападений зверей в столице начали кончаться лекарства. Монахи и монахини церкви Аксиом уже с ног сбились, собирая ресурсы. Иными словами, пока работа не завершится, далеко на восток мы уйти не сможем. О, Кирита, как раз вовремя. Мне бы не помешала твоя помощь. Нам сообщили о том, что в Норлангарте заметили зверя. К сожалению, вначале надо решить эту проблему. Справишься, мальчик? Конечно. Странники все как следует разведают, пока мы с этим разбираемся. Отлично. Медина, отправишься с ним? Я? Да, в бою вы составляете прекрасную команду. Пару. Звучит неплохо. Идем. Спасибо большое, командир Беркули. Лучшей благодарностью будет успешное выполнение задания. Вперед, Медина. Да, вперед, к столбику. Во, я уже вижу, уже можно не говорить. Ивенты приехали. Это же ивенты. Где карта? Ух! Беркули, да? Угу. Так, ну это зверь. А, Юджо, праздник. Понятно, кардинал. Синон, Силика, Лиз. Повышение репутации ОГБК. Понимаю. Ой, столбик, иди, я тебя обниму. Где ты? Сука, где ты? Где? А, вон он. Максимальное ускорение. Максимальное ускорение к столбику. Блин, я хотел сегодня вечером в Рулиде позависать, но нас, походу, туда по сюжету сейчас потянут. И ничего сделать не получится. Хотя, может, слушать, может, не в Рулиде. Сейчас мы Так, оно живо? Оно живо. А где Вот, все, полосочка сохранения появилась, я спокоен. Так, группу мы редактировать... Можем, но Медина идет с нами точно. Ну, я как бы не особо-то и против, да и к тому же Медине нужно открыть костюмчик. Так что все хорошо. Так. Карта. Карта мира. Не, погодите. Норланд. Задание. А, долина Уэтра. Где долина Уэтра? А, погодите, долина Уэтра — это же та лока, которая была для квестов. Долина Уэтра вот где-то здесь. Да. Ну отлично, значит, я просто не буду заходить в долину Уэтра, закрою все вот здесь, вот здесь, вот здесь, там всякие статуи и прочее. Я вон пытаюсь просто прокачать известность Кирита в этом районе, чтобы получить скидки на всякие плюхи, на крафты и прочее. Не, у Мединки есть призовой наряд, который очень даже неплохой.
И есть смысл побегать в нем, есть смысл прокачать его ей. К тому же у меня же есть штука. Штука какая? Штука сырный пирог с яблоками, который близость с женщинами увеличивает на 30%. Так что мне это пригодится. В общем, ребят, все. На этом наш сегодняшний печальный стрим закончим, потому что сегодня и вылеты, и краши ОБС были, и что еще было, и комп вообще в псоду ходил. Но зато я добыл кинжальчик своим тянком. Почему нет? А в общем, ребят, на этом все. Следующий стрим у нас послезавтра. И послезавтра стрим будет посвящен ивентам, да. Этот стрим был сюжетным, следующий стрим у нас ивентовый. Собственно, все. Всем пока. Мне кажется, Медина меня сейчас обругала. Лина меня обругала сейчас. В общем, все, убежал.